По меньшей мере 62 человека погибли в Триполи за последние двое суток, сообщает Human Rights Watch. С понедельника город подвергается бомбардировкам. Единственные сведения о развитии событий поступают от очевидцев, так как иностранным журналистам доступ в страну запрещен. Они говорят о танках и боевых вертолетах, о трупах на улицах столицы, о том, что больницы переполнены ранеными. По их данным, в городе слышатся взрывы гранат и выстрелы. Очевидцы сообщают о расправах над демонстрантами и мирными жителями со стороны верных Каддафи, иностранных наемников. Сообщается о нескольких тысячах беженцев, покинувших Ливию. Они показывают журналистам фото и видеосъемки насилия, творящегося на улицах ливийских городов. Многие страны в срочном порядке эвакуируют из Джамахирии своих граждан. По поступающим сообщениям, ряд населенных пунктов на востоке страны под контролем восставших, в том числе города Бенгази и Тобрук. По различным данным, за последние 8 дней в Ливии погибли от 250 до 400 человек.